Летом 1942 года фашисты захватили город на Волге и надеялись, что это устрашит советский народ. Но наши не испугались, а окружили огромную немецкую армию и атаковали ее со всех сторон. Такой была Сталинградская битва, одно из самых крупных сражений Великой Отечественной войны. О ней расскажет сегодня наш бывалый солдат. Здравия желаю, ребятушки. Рад новой встрече с вами. Хочу рассказать вам о Великой Сталинградской битве. Ведь недаром сегодня за спиной у меня Мамаев курган и образ Родины-матери. Ох, и нелегко же нам пришлось в 1942 году. Но именно с той битвы и начали мы гнать фашистов с родной землицей. В 1941 году главной битвой Великой Отечественной войны стала битва за Москву. Гитлеру взять столицу сходу не удалось, но отказываться от своих планов он не собирался. Наступил 1942 год. Гитлер сам разработал новый план наступления. Он разделил свои войска на две части. Одна должна была атаковать нас в направлении города Воронежа, а другая – в направлении города Ростова-на-Дону. Затем можно было отправиться на юг, завоевывать Кавказ, и на север, вдоль Волги, чтобы отрезать центральную часть России от уральского тыла с военными заводами. Ну, а потом уж можно было заняться и Москвой. 28 июня 1942 года германская армия перешла в наступление. Переправившись через Дон, немцы заняли Ростов, вышли к Кавказу и дошли до перевалов Большого Кавказского хребта. Отступление советских войск помешало Гитлеру разгромить наши войска, но дало возможность направить всю мощь своего удара на Сталинград. Город должна была захватить 6-я немецкая армия под командованием генерал-полковника Паулюса. Ох, и нелегкая же задача выпала нашим полководцам. Как остановить немцев? День и ночь в Ставке думали об этом наши стратеги. Ставка. Главный штаб главнокомандующего войсками. В старину так называли походный шатер, который ставили для полководца. В Ставке приняли решение. Чтобы остановить немцев, нужно открыть новый Сталинградский фронт. В середине августа 1942 года в районе города начались ожесточенные сражения. За месяц тяжелых боев гитлеровцы продвинулись вглубь российских территорий на несколько десятков километров. А 23 августа германские танки прорвались к Волге на северной окраине города. Сталинград охватило пламя. Красноармейцы сражались отчаянно под обстрелом танков и самолетов. Каждый дом превращался в крепость. Бой шел за каждый этаж, за каждый подвал. Немцы трижды переходили в наступление. В сентябре, октябре и ноябре. Город на глазах превращался в руины. Главный удар немецкие войска наносили по 62-й армии, намереваясь захватить важнейший пункт ее обороны – Мамаев-Курган. Здесь начались жестокие бои с фашистами. Земля была пропитана кровью погибших солдат. Обе стороны несли огромные потери. Символом мужества и стойкости наших воинов стал знаменитый дом Павлова. В конце сентября 42 года четверо солдат во главе с сержантом Павловым захватили в центре города четырехэтажный дом и закрепились в нем. Только на третьи сутки подошло к ним подкрепление. 24 воина стойко оборонялись в укрепленном доме. Немцы атаковали его несколько раз в день.
Каждый раз, когда солдаты или танки пытались вплотную приблизиться к дому, Павлов со своими товарищами встречал их шквальным огнем из подвала, окон и крыши. Это продолжалось почти 2 месяца. Жители дома скрывались в подвале, пока советские войска не перешли в контратаку. После войны дом, который удерживал гарнизон Якова Павлова, благодарные жители восстановили в честь его мужественных защитников одним из первых. Армия генерала Паулюса продвигалась на запад к Волге. К ноябрю гитлеровцы захватили Сталинград целиком. Город к тому времени превратился в сплошные развалины. От Волги фашистов теперь отделяла лишь узкая полоска земли. Но изнурительные 4-месячные бои подорвали мощь гитлеровцев. Теперь пришла наша очередь контратаковать. Пока бои шли в Сталинграде, наши военные заводы, эвакуированные за Волгу, туда, вглубь страны, начали в полную силу работать. Они обеспечивали Красную армию вооружением. Из-за Урала прибывало подкрепление. Вот что по этому поводу говорил немецкий генерал Геббельс. Кажется каким-то чудом, что из обширной степи России появлялись все новые массы людей и техники, как будто какой-то великий волшебник лепил из уральской глины людей и технику в любом количестве. Об ответе наши командиры стали думать еще в сентябре, в самый разгар фашистского наступления. Паулюс вклинился в город клином, а с севера и юга его прикрывали части послабее. Поэтому наши полководцы Жуков и Василевский решили напасть на немцев с флангов. Контрнаступление готовили 2 месяца. Под Сталинград тайно перебрасывали советские войска и технику. 23 ноября 1942 года наши танки замкнули кольцо обороны. Гитлеровцы оказались в котле окружения. Они отчаянно пытались пробиться, но все их попытки заканчивались плачевно. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ты чего ж во время войны гитлеровцы боялись этой песни? Казалось бы, чего бояться-то, песня про любовь. Во время войны наши солдаты Катюшами называли ракетные установки. Ракеты в них были реактивными, то есть каждая летела от собственного заряда бездымного пороха. В Катюше самым главным элементом была пусковая установка. Ее могли крепить и на шасси автомобиля, и на танки, и даже на тракторы. И хоть оружие это было не очень точным, но боялись его гитлеровцы, словно черт ладана. Один «Катюшин» залп мог перепахать огромный участок фронта. А оглушительный рев, которым сопровождался каждый залп, буквально сводил немцев с ума. На каждой машине находился ящик со взрывчаткой и бигфордов шнур. Если появлялся риск, что немцы могут захватить установку, экипаж обязан был сорвать ее, чтобы она не досталась врагу. А знаете, почему грозную реактивную ракетную установку прозвали «Катюшей» таким нежным именем? Дело в том, что в официальных документах ракетный снаряд назывался аббревиатурой «КАТ» – кумулятивный артиллерийский термитный, то есть тот, который бьет в самую точку. А тут как раз на фронте появилась песня про девушку Катюшу, которая ждет с фронта своего милого. Вот так и совпало «КАТ» и «Катюша». Песня хорошая, понравилась. И ракетная установка потрясающая. В смысле, потрясала наших врагов. Вот и стали называть ласковым именем «Катюша» ракетные установки.
31 января 1943 года в плен сдался генерал Паулюс, зажатый в клещи Красной Армии. На немцев обрушился шквал мин, бомб и снарядов. В советском плену оказались 90 тысяч немецких солдат и 24 генерала. До этого фашисты никогда не переживали такой катастрофы. Сталинград освободили великой ценой. Более миллиона погибших, дома, стертые с лица земли, да что там дома? Целый большой, огромный город, стертый с лица земли. Тысячи мирных людей, пропавших без вести. Мир преклонил голову перед подвигом советских людей. Британский премьер-министр Черчилль прислал дарственный меч с надписью «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, в знак глубокого восхищения британского народа». А американский президент Рузвельт говорил: «Славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны против сил агрессии». После Сталинградской битвы мы с гитлеровцами по-другому воевать начали. Перестали их бояться, потому поняли, наша сила в правде. Мир до сих пор помнит защитников Сталинграда. И нам с вами, ребятушки, забывать его нельзя, потому иначе предательство будет. Прощаюсь с вами, мои хорошие. Кланяюсь вашим родителям. И храни вас, братцы, Господь, от всех невзгод и напастей.